Всем привет! Сегодня хочу приготовить пряную острую приправу из яблок. Это хорошая альтернатива магазинным соусам разным. Пропорции простые. На одно яблоко берется одна луковица, один сладкий перец и чайная ложка яблочного уксуса. И также добавляем немножко свежей петрушки. Яблоко я почистила от кожицы и нарезала мелким кубиком. Также нарезала перец и лук репчатый. И сейчас будем это все в блендере будем измельчать. Я измельчила хорошо, пересыпаем, добавляем чайную ложку яблочного уксуса и мелко нарезанную петрушку. Все тщательно перемешиваем. И вот такая у нас получилась острая приправа из яблока, натуральная. Соль не надо добавлять в этот рецепт. Очень полезная. К мясу, к рыбе. Отличный вариант. Все это можно потом переложить в баночку, если сделать побольше. И она отлично хранится, эта приправа, в холодильнике. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!